Знакомьтесь, назовем его Подливыч. Смотрите, какой чил. Он жесткий тип, сразу говорю. Вы с ним не это, не шутите сильно с Подливычем. Чекайте, надо его рядом держать. Вот так. Это самый топ-чел, короче. Это реально качественная тема. Он прям мускулистый, как ИРЛ. То есть, ну, качественно сделанный. Хотели бы пробитие от Подливыча. Что будете делать, если будет пробитие? Спокойно, спокойно. Помолчи. Ты собака, я собака. Ты собака, я собака. Так, подожди. Нет денег. Ничего не падает. Ну, все. Помолчи. Пускай он ее пробивает, если нихуя не даст. Я направлю пробитие жопу, если она ничего не выдаст. Я сейчас направлю Подливыча на нее. Ну, блядь. Его аж трусит, гайс. Тяжело его удерживать. Его постоянно трусит от злости. Он вообще злой очень. Это злой чил. Вы знаете, носороги очень тупые. Прям вообще пиздец они тупые. Нереально. Вот он, ну, на агрессивничах. Мне кажется, он вас сейчас атакует, гайс. Я его еле удерживаю, я не знаю уже. Помолчи. Папань, поиграй поживнее в Кази Ревиас от Кракен 2. Сначала его, потом Мэби твой. Да? Ему все не нравится, он агрится вообще на все. Чтобы его успокоить, нужно, я не знаю, нужно Биг Давучи. Поцелуй Подливыча на удачу. Считается, что рог носорога в доме приносит благополучие. Верим. Так, а зачем его целовать? Я бы обошелся и без рога носорога, не знаю, поощрять браконьерство. Одно дело, допустим, носить куртку и шкуры животного, да. Но куртка мне нужна. А без рога я мог бы обойтись носорога. То есть чисто ради красоты, когда, ну, получается, их убивают. Когда их и так мало. Допустим, куртку носить из там какого-то животного, ну, нормально, чё, блядь. Так мне нужна куртка, как бы. Как бы. Ну и мясо есть, хочу. А чисто ради эстетических целей. Под перебор. Да. Биг залив. Он реально агрится, гайс, я не знаю, что делать. Он смотрит на это и понимает, что останется без еды. Нам даже на еду не хватает, видишь? Я не могу его успокоить, придется убрать. Все, понятно. Зразумило! Зразумило! Беги лучше отсюда. Я его отпустил. Потому что он не может это терпеть. Он будет сейчас агриться на всех. На вас в первую очередь. Куда делась рыбка? Рыбка есть. Рыбка здесь, на месте. Здорово. Ей сюда весело, блядь. Она ж на одуночах. Гай, что бы вы выбрали? Функцию или пункцию? В жопу пункцию или функцию? Сейчас бы минус, да? Сейчас бы минус. Ну, я не знаю, это пиздец, такая минус мораль. Ну, нет, тоже. Ха-ха-ха.
Fuck yeah.